Буйство красок и совершенные формы. Вот-вот во всех скверах и парках Видного и Ленинского района появятся настоящие цветочные ковры, которые наверняка не раз порадуют наши взоры. А пока для сотрудников отдела озеленения наступила горячая пора. Мы занимаемся озеленением всего Ленинского района. Все поселения сейчас высаживают однолетние цветы. В дальнейшем мы планируем высадку кустарников и деревьев. Вообще озеленение – это сложный процесс, он не заканчивается весь год. Всегда мы что-то высаживаем, что-то убираем. Для украшения сквера 50-летия Видного привезли более 5000 саженцев. Яркие, красочные, большинство из них – это цинерарии, бегонии и агератум. На первом этапе клумбу очистили, провели зонирование цветника, разрыхлили почву, и только потом специалисты заботливыми руками высадили каждый цветок. Работа по высадке цветов только на первый взгляд несложная. На самом деле это колоссальный труд. Чтобы полностью засадить эту клумбу, она не такая большая по площади, нужно порядка 7 часов. И это при условии, что работает одновременно 5 человек. Впрочем, посадка только полдела. Потом нужно правильно за цветочной рассадой ухаживать. Особых секретов нет, но главное – внимательное и бережное отношение. И, конечно, вода. Много воды. Полив будет производиться ежедневно, а прополка по мере необходимости. Они будут цвести при хорошем уходе и поливе, они будут цвести до самой осени, до октября месяца. Всего в плодородную почву муниципалитета планируется высадить около 1 000 000 цветов. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.